Вот. И видим надпись. Музей Елового. Еловой дом. Еловой дом. Вот тот самый сгоревший дом Елового, в котором прошли веселые деньки самого хозяина, таки его друзей-художников. Дом заколочен. По всей видимости, давно здесь никто не живет. Доски, замок. Сад, яблоневый сад. Яблочки. Да, все разбросано, кругом грязь. Никому-то он не нужен, этот дом. Видим, работает оперативная группа.